Привет, привет. Сегодня пришла на выставку. Выставку рыб, сделанные из мешковины. Рыбы покажу вам какие. Водоросли. Такая черная с плавником. Еще вот такая беленькая. А здесь посмотрите, какая красота. Что творят? А это разговаривает рыбка с шапочками красными, красной шапочки. Здесь типа барбусов. Ого! Какие рыбки! Вот тут посмотрите, какой интересный. Шустрики. Глазки такие груз. Ускаты. Скаты, скаты. Ух ты! А здесь посмотрите, какой он интересный. Это вообще какие-то микроскопические рыбки. Больше водорослей, конечно, здесь. О, а тут вот такие. Очень интересно. С коряшками. Ух, сомик какой. Присосался. А здесь вот интересно. Ой, уплыла такая. Вот она. Красивая. Вот она, вот она. Очень такая с белой каемочкой. А этот как дельфинчик. Привет! А здесь такие черненькие. О, вот это, смотрите, что это, как чудовище, ну красивое, о, шикарный хвост, с
шикарний плавник, що й віється. Ого, скушаю. Дракони ще. А, і тут сидить вон. Тацумі. Не шевелиться. Кто-то здесь шевелится. Но его не видно. А, вот. Не, не видно. Да и дождина. Правда интересно? Ой-ой-ой-ой-ой. Какая интересная вещь. Как змея. А усики какие у нее. Змея с плавником. Вот эти рыбки. Да, и дам вам потом визитку. Можно авторскую роспись и портакан сделать. Какой-то сюжет интересный. Давайте визитку покажу. Вот мне дали визиточку. Авторские работы. Можете рассказать. Это натуральные камни, агаты, сердолики. А, красиво. Травушки, да. Они такие очень, ну, и энергетичные, и сами камни, и образы. Каждая отдельная история. А зеленый это малахит? Это да. Mm-hmm. Это малахит и яшма. Mm-hmm. Красиво. Девочки выставляются. Очень красиво. Приходите. Приходите. Спасибо. Хорошо. А вот смотрите, а сейчас еще покажу вот эту выставку. Ух ты! Красота! Это стрептокарпусы. Стрептокарпусы. Карпусы. Родственники фиалок тоже такие красивые. Угу. А это они как тоже как фиалки многолетние, да? Да, распорт? Они многолетние, и они цветут практически круглый год. И свисают они, да? С кашпо их надо? Нет, кашпо это не обязательно. Это просто так удобнее будет. Это вы листочки продаете, да? Не только, и детки тоже продаем. Угу. Можно и цветочек. Да. Какие хочешь. Это Юля Склярова, она и селекционер, она сама тоже новые сорта выводит. Из Киева, да? Да. Угу. Мама, спасибо, девочки, еще подойдут. Давайте еще. Давайте еще визиточку потом покажу еще. Хорошо. Скоро будет фоторабота более обширная. Да? Да. Придем. Спасибо. Так что приезжайте в Киев, все на выставку. Гони. Ух ты, павлин какой красивый. Девочка. А это рыбка вот. А тут какое разнообразие фиалок вообще на выставке.
махровые. Фиолетовые. Красивые. Вы деточками продаете, да? Из детки, листик, цветущее растение. Угу. Все продается. Хорошо. Цветущие не все продаются. Ага. А детки, вот, пожалуйста. И есть у цветущих тоже есть детки. Интересный сок. Это полуминиатюрный. Полуминиатюрный? Вот это махровый, интересный, да? Сорт. Да. Вот это, да? Нет, ну вот это вот маленькая. Вот это полуминиатюра. Ага. А вот это? Это стандартный. А сколько будет такой? Лист. Только лист. А, только лист. Махровый, смотрите. Здесь уже вот мини. А вот этот вот какой? Вот это летом, наверное, когда жарко, мне кажется. Ну, может быть, мне кажется, что она вот такой, наверное, взяла. А как вам вот этот? Ох, какой красивый этот. Белые наливы. Ну, белые. Белые наливы вообще. Каемка красивая. Состояние влюбленности, смотрите. Нем Танюшка. Танюшка, это тебе. Такой цвет интересный. Это листья очень красивые у этого. Здесь такой розово-бело-сиреневый. А вот еще деточки разные. Деточек, каких хочешь. Не знаю, что выбрать, стрептокарпусы или фиалочки. Беленькая. Лемраморный цветок. У этих листья красивые. Любовь Орлова, вот крупный такой цветок, красивый, Любовь Орлова. А это рождение любви. О, действительно красота. Фиолетовый. Это розовая акварель называется. Пео бабочка. А это тоже какой-то цвет интересный. Миндаль. О-хо-хо-хо. Нил красный. Вот эти тоже. Ох, вот эти красивые, махровые. Нравятся мне. Короче, вот так выставка. Фиолетовые вот такие. Деточки. А эти как бабочки. Чем там?
розовенький, вот такие. Красивый какой сезон любви, посмотрите. Сезон любви мне очень понравился. О, малиновый тут сезон. Вау, какая красивая зеленая роза. Золотая радуга. Золотая радуга. Сорта красивые. Сейчас подойдет. Зоси называется. Красивая. Ух ты, Золушкин сон. Вот это красиво. Он вот такой красивый, у него такой синий черный цвет. Это еще не совсем уже. Перед выставкой вот такой петушочек красивый. А вот памятник Шалом Алейхему. Шалом Алейхем или Алейхем. А вот там проходит выставка. А тут такой скверик интересный. В центре города.